Коля куда-то делся. В гаражах нет. Зинаида волнуется, он обещал ее в Казань свозить. У меня дурные предчувствия. В городе назревает что-то нехорошее. Миш, ты должен на это взглянуть. Меня Катя схватила в ванну и заперлась. А папа снаружи стучится. Все мозги пропил, старый козел. Какое-то ЧП, говорят. У меня дежавю, будто такое уже было. Такое чувство, что город будто и не мой. Ты правда меня не узнаешь? Даю подсказку. Тёма, ты? Кто третий? Где сейчас Ася? Одна, среди ночи. Эй, дядя, ты в форме? Вали его! Доверие сейчас важнее всего. Бывшие друзья становятся чужими. Прости, дружище. Приказ есть приказ. Угораздило же меня с тобой здесь застрять. Вы кровь сдавать? Надышался дымом. Есть ожоги. Состояние тяжелое, но стабильное. Пока в себя не приходил. Да, я видел вертолеты. Да, я сижу дома. Да, я в порядке. Остановлено сообщение между населенными пунктами. В темное время суток действует комендантский час. Как насчет угнать машину? Стрелять буду! Бежать. Эй, стой! Куда? Стой, стой! Сейчас я не могу. Ваше время истекло. До завтра. Надеюсь, оно настанет. Чай такой вкусный. Прямо как в детстве, когда мы после снежков возвращались. В детстве нас всегда волновало, зачем нужен забор и что за ним прячут. Там было невдомек, что прятали нас. Куда бы мы ни шли, все дороги приводят к нашему дубу. Подойди. Хочу послушать, как капли по зонтику стучат.